Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Владимир Путин поблагодарил Соединенные Штаты за содействие спецслужб. Москва благодарит Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов за помощь в предотвращении теракта на территории Санкт-Петербурга и будет отвечать коллегам тем же, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления перед офицерами Федеральной службы безопасности. Информацию передает ТАСС. Путин сообщил, что благодаря информации, полученной от ФБР 27 декабря 2019 года, в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Также российский лидер призвал сотрудников ФСБ обеспечить высокий уровень безопасности в ходе праздничных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы. Следует отметить, что 30 декабря 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Соединенные Штаты по линии спецслужб передали информацию о готовящемся на территории Санкт-Петербурга теракте. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.